17 молодых семей Тверской области получили сертификаты на покупку или строительство жилья. Документы жителям Верхневолжья вручили губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы России Владимир Васильев. Мероприятие прошло в Большом зале областного правительства. На месте присутствовала наша съемочная группа. Перед началом торжественной церемонии к собравшимся обратился губернатор Игорь Руденя. Он отметил, что семья всегда начинается с отчего дома. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию особо подчеркнул, что поддержка семей с детьми является ключевым ориентиром развития нашей страны. Особенно приятно, что треть участников нашей программы – это многодетные семьи. И мы рассчитываем, что по вашему примеру многие молодые семьи Верхневолжья будут участвовать в этой программе. Жилищный сертификат можно направить на уплату первого взноса по ипотеке, а также на строительство собственного дома. Депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев пожелал каждой молодой семье счастья в новом доме. Это замечательно, что сегодня в такой солнечный день такое мероприятие. И то, что дети, очень хочется, чтобы они, конечно, не плакали, а смеялись. А вам всем счастья в новом доме. Решение поддержки молодых семей участников специальной военной операции было принято по инициативе губернатора Игоря Рудени в декабре прошлого года. Одним из первых таким сертификатом воспользуется семья Рябовых из Андреаполя. У Татьяны и ее супруга двухлетняя дочь. Недавно они приобрели дом. Теперь, благодаря сертификату, значительно сократят долг по ипотеке. Мы полгода назад купили дом, и на данный сертификат мы потратим на частичное погашение ипотеки. Очень важна эта сертификация. Спасибо большое государству за госпрограмму, за участие. Наша семья безумно рада. Этого события ждала и семья Колбасиных из Калязина. Сейчас Роман и Виктория вместе с детьми живут в съемной квартире. Сертификат позволит сделать первый взнос по ипотеке. Теперь супруги строят планы, какое жилье они хотят приобрести. Это существенно поможет нам, потому что ипотека дорогая. Планируем это после получения сертификата покупать свое собственное жилье. Ну, пока не знаем, дом или квартиру. Как хочется дом, но посмотрим. Свои жилищные условия улучшила и многодетная творческая семья Ильи и Анастасии Шкадиных. Супруги воспитывают троих сыновей, младшие двойняшки. Глава семьи – артист Тверской областной филармонии. Супруга преподает детям народное пение в ДК Затверецке. Ранее большая семья проживала в однокомнатной квартире. Сегодняшнее событие является для нашей семьи очень приятным и радостным. Сертификат на получение социальной выплаты позволит нам погасить значительную часть задолженности по ипотеке. Наша семья выражает благодарность за такую государственную поддержку. Участником программы по обеспечению доступным жильем может стать молодая семья, в которой возраст каждого из супругов либо одного из родителей не превышает 35 лет. При этом семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. В этом году всего планируется выдать жилищные сертификаты 132 семьям из 28 муниципалитетов.